спонсор прогноза погоды «Капли Акумитил». Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акумитил. Здоровье и сияние ваших глаз. В воскресенье в Самарской области малооблачно, местами пройдет небольшой дождь, днем 17-20 градусов тепла, ночью плюс 8, плюс 10. Ветер северный, северо-западный, скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани малооблачно и небольшой дождь, днем плюс 19, ночью 9 выше 0, северный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти малооблачно, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 18 градусов, ночью 9 с плюсом. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. В Самаре малооблачно и без осадков. Днем плюс 18 градусов, ночью 9 выше 0. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 42%. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.